Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня продолжаем проходить Sky-New Truck Driving Simulator. И у нас сегодня новое очередное задание. Нам нужно съехать с горы, не заезжая на встречную полосу. И при этом там будут очень крутые повороты, которые, ну, мы должны как-то проехать и ничего не коснуться. А там наверняка будут какие-то препятствия. Поэтому давайте начинать. Друзья, скидки в Steam продолжаются. Скидки до 90%, и поторопитесь, если еще не успели затариться по этим сладким ценам. Но если вы не можете пополнить свой Steam баланс, потому что вы из России, есть выход. Переходите по ссылке в описании и попадайте на Steam Бабки. Это специальный сервис для пополнения Steam баланса. Сюда вводите логин Steam, здесь небольшая инструкция, где его взять. Сюда пишите свой email для связи с вами, и здесь сумма пополнения, минимальная от 100 рублей. Пишите только сколько вам нужно. И выбираете удобный способ. Это карты, Kiwi, Юмани и так далее. Я думаю, сами разберетесь. Дальше жмете пополнить аккаунт, и в течение 12 часов, ну обычно гораздо раньше, но максимально это 12 часов, к вам на Steam приходят деньги, вы покупаете любимую игру, какую хотели купить, лицензионную, не какую-нибудь пиратку с вирусами, а нормальную стимовскую версию, чтобы поиграть, допустим, по сети с друзьями или получать обновления, как только они выходят. Вот и все, ссылочка на сервис в описании. Ну что, ребята, смотрите, тут показаны все вот эти повороты, которые нас ждут впереди. И сейчас будем стартовать. Вот финиш, собственно говоря, буквально за мостиком, поэтому поехали. Так, Scania. А, ну, естественно, это же Scania Truck Driving Simulator. Что тут может быть, кроме Scania? Итак, разгоняемся, но не сильно, потому что иначе можно не вписаться в поворот. Я вам говорил, что тут проблема с чувствительностью руля. Почему-то... Да блин. Вот я просто сейчас начинаю выворачивать руль, а машина как будто не слушается. Там, кстати, что-то было написано по поводу горного тормоза. Но не знаю, что конкретно. Итак, здесь, наверное, чуть-чуть придется подвыехать на встречную полосу. Вот так, немножечко. Немножечко подвыехал, но сильно нельзя, я думаю, ехать, иначе оштрафуют, потому что меня как-то штрафовали за встречку. Так, пошел разгон, почему-то движок совсем не держит. Я думал, что он будет, ну, просто держать, поддерживать скорость, не разгоняться. Но, видимо, веса много сзади, поэтому он продолжает разгоняться. Здесь прям надо сильно оттормаживаться. Подъезжаем практически вплотную к отбойничку, этот, который впереди, и около него вот так вот проезжаем. Да, прицеп у нас... О, впереди машина стоит, по-моему, прям на полосе как раз движение. У нас еще, видите, есть вот это маленькое зеркальце вверху, впереди. И им мы тоже можем пользоваться. А, нет, там машина стоит. Не, все нормально. Так, я думаю, что мы здесь, наверное, вот так сделаем. Блин, движение по встречной полосе. Да елки-палки, все-таки штрафанули меня. Хотел вообще без штрафов. Ну, чтобы здесь просто проехать, мне по-любому придется вот так сделать. Иначе я не влезу. Так, все, влез. Кто влез, кто по дрова. Ну и едем дальше. Я думаю, вообще без проблем дальше проеду. Мне так кажется, там еще пару поворотов осталось. Так, здесь тоже оттормаживаюсь. На всякий случай оттормаживаюсь и аккуратненько. Вы самое главное следите по зеркалам, что вообще происходит, чтобы максимально контролировать ситуацию. Но здесь очень крутые повороты, на самом деле... В жизни достаточно редко встретишь настолько крутые повороты. Ну, они, конечно, встречаются, но не прям повсеместно. Да блин, опять! За встречку нагнули. Ну, а там как по-другому-то? Вот смотрите, вот здесь, если я на встречку не выйду, я просто-напросто цепану. Ну, вот у меня сейчас прицеп прошел по обочине. А кому это надо? А вдруг там гвозди какие лежат? Тем более, что... Полоса встречная абсолютно пустая, там никого нету, почему бы по ней не проехать? Так, здесь все неплохо. Неплохо проходим, разгоняюсь. И вот здесь нужно тормозить, потому что у нас оказывается, чтобы вы понимали, тут все на время. Ну и от этого чуть не врезался. От времени тоже зависит и количество очков полученных, но самое главное, здесь можно устраивать и соревнования по времени, да, то есть за сколько ты сможешь пройти эту трассу максимально быстро. Вот еще в чем интересность есть. Итак, 450 очков получил, неплохо. Давайте в следующее задание пойдем выполним, посмотрим, что там за следующее задание такое. Так, на лесопилке.
Одно неосторожное движение укладчика, и бревна весело покатились по склону, образуя у подножия холма настоящую свалку. Лесопилка в сотни метров от вас. Но добраться туда этим путем теперь не удастся. Время близится к обеду, и ждать, пока разберут завал, придется долго. Будет правильнее воспользоваться разбитой объездной дорогой. Хорошо. Разбитая объездная... Это что мне, задом, что ли, ехать надо? Ёлки-палки. Ёлки-палки, ребята. Придется ехать задом. Так. Я здесь не пролезу. Тормозь. И сейчас вот будем пытаться сразу выровнять, чтобы потом завернуть. Так, вроде там заворачивает, но куда, я не пойму. Куда ты? Блин, я заглох. В горку не могу тронуться, прикиньте. Сносит просто, смотрите. Я буксую, меня сносит. А я не вижу даже, куда ехать. И я тормознуть не могу? Нет, меня сносит. А я здесь не развернусь? Нет, я здесь не развернулась. Так, ребята, мне нужно развернуться. Мне нужно развернуться по-любому, иначе я не выйду. Давайте вот здесь попробуем. Мне кажется, здесь можно развернуться. Он просто не хочет ехать задом в горку. Так. Получится у нас или я... Нет, не получится. Нет, так не получится. Еще немного сюда возьмем. Сразу надо жестко заломать его, вот так вот. Жестко прямо. Так. Сейчас на бревна на эти наеду и получу повреждения. А может и не получу, кстати. Так, что там? Не вижу. Вроде неплохо. Так, немножечко вперед. Филигранная, конечно, езда. Но я бы на самом деле задом выехал. У меня просто фура не хочет ехать назад. Так, еще немного вперед. Не, я бы здесь, конечно, протянул, но... У меня здесь зацеп или не произойдет? А не произойдет, походу. Вроде все четко, ребят, едем. Филигранно развернулся, я вам так скажу. Все, поехали, 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 поехали. Газ в палас, ребята. Оно не едет. Ничего нигде не зацеплено, я не знаю, что не так. Да чё ж ты переключаешь-то, зачем? Малым газом надо идти, потому что иначе переключат. Вот такой бред вообще. Да блин. Он неужели не понимает, что здесь не надо переключать? Смотрите, на вторую переключился, и все, он на второй не едет. Он на третью переключился. Ты издеваешься? Чё за дичь вообще? Задом не едет. Передом переключает скорости.
Ну давай, давай, едь уже. Ну едь ты, ёлки-палки, ну не было же там переключения. Да давай едь, ты чё, угораешь что ли? Пипец. Он просто не едет. Он просто не едет. Он перегруженный, что ли, или что с ним не так? Так, куда? Видимо, сюда. Так, ну сейчас вроде как-то поехал. Так, сейчас аккуратненько нужно по краешку прямо там проехать. Чтобы никаких повреждений не получить. Слушайте, ну это прям серьезная такая миссия, серьезное задание. Сложное и серьезное. Так, лучше притормаживать. А то нигде еще урона не получил и не хотелось бы получать, в принципе, потому что такое себе. Так, все, выехал. Выехал, ребята, фух. Четенько. Четенько вообще. 500 очков просто. Никаких помарочек, все идеально было. Ну-ка, что там по записи, давайте посмотрим. Вот видите, я попытался задом выехать. Не получилось, потом. А можно было вообще задом выехать, нет? Ну да, но он мне просто не ехал. Так, здесь я пытаюсь развернуться. Слушайте, ну прям отлично, да? Смотрите, аккуратненько так. Жух. Туда-сюда, оп. И поехал. Оп, и поехал. А он не едет. Я еду, а он не едет. Хорош. То есть 3 минуты я только в этом месте вот возился. Офигеть. Видите, он пробуксовывает как будто бы, вот. Да, он пробуксовывает, переключает передачу и все. И я такой типа, и не еду больше никуда. Ну, прикольно, конечно. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Если вам понравилась серия, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. В следующей серии еще интереснее будет. Всем пока.